I was hit by a can. Opened it. Банка хлоп, оп, а там джин. Три желания и свобода. Верь мне, я же гений. Первое. В первый день я получил собственное кафе. Второе. Для себя и для друзей свой бассейн. Но банка упала. В песок попала. И отказала. На три. Одни нули. Джин старался, но облажался. Третье желание выдай. И я на свободу выйду. Верь мне, я же гений. Зигги и Диего. Истребитель. Один бой. Сэндвичи. Что я пропустил? Четвертый уровень прошли с трудом. Черепаха-самурай повержена чудом. Тише там. Истребитель. Что было не так в драконах и джинах? Журнал для фанатов пишет, что первый победивший истребителя получит невероятный приз. Золотой непробиваемый джойстик для геймеров? Тише, вы меня отвлекаете. Личный лог тактики игры истребителя? Быстро положи назад. Отдай. Игра окончена. Вы проиграли. Нет, я почти победил. Тони, как ты мог? Доставай платочек, теперь моя очередь. Ты, поправь, если ошибаюсь, не был ли ты всегда самым, как бы это сказать, неуспешным? Невезучим. Бесполезным. Неужели ты надеешься победить истребителя, даже если у меня вместе с книгой трюков не получается? Зато у меня есть это. Мега-быстрый ЦАП-мастер со встроенными турбокнопками, карбоновым покрытием и краями, впитывающими пот. Чувак, где ты его взял? Легко, если у тебя есть джин. Я продал всю коллекцию Ниндзя Вартед, чтобы купить это. Теперь я собираюсь победить истребителя, самого жестокого из когда-либо созданных врагом. Атакуй тролля лазером. Он дает дополнительные очки жизни. Пополни манну. Налево, там секретный проход за столбом. Воды. Все, дошел до истребителя. Он сотрет тебя в порошок. Доставайте камеру, я на пороге создания истории. Вперед, Диего! Берегись, истребляющий луч. Игра окончена. Что я тебе говорил? Ну же, возьми себя в руки. Кому нужны эти дурацкие игры? Ты не понимаешь, да? Если бы я победил истребителя, меня бы уважал каждый игрок на Земле. Ты сейчас можешь. Все, что нужно, желание и золотой джойстик твой. Все, кто смеялся над тобой, будут преклоняться перед новым королем игроков. Новый король игроков. Диего Верблюд, победивший истребителя. Это было бы круто. Диего, ты лучший! Зигги, вот мое желание. Хочу победить истребителя. Понял. Взываю к силам бытия! Исполните желание! Освободите меня! Зачем мне этот старый паршивый джойстик? Ну, это не какой-нибудь старый джойстик. Это магия. Все верно. Магия. Этот джойстик сделает тебя... супербыстрым. Верь мне. Я гений.
Да, что такое? Ничего. Наверное, чихнул и не заметил. Что за... Ух ты! Этот джойстик управляет тобой! Мне не победить истребителя с этой штукой. Все, что он может, контролировать тебя. Попробуй его в игре. Чем это может навредить? Хорошо, но не вздумай жаловаться, если себе навредишь. Ты сможешь. Он победит истребителя, и я буду свободен! Зигги, этот джойстик хлам. Думаю, я... Посмотри на этот бардак. Все из-за твоего дурацкого магического джойстика. Буду играть со старым. Истребитель, твой худший кошмар начинается тут. Но... Ты должен использовать его, чтобы победить истребителя. Ни за что. Зигги! Джойстик! Ты украл его! Ах ты, шакал! Пустынный лис, если не возражаешь. Теперь никто не остановит меня стать первым победителем истребителя. Это ты так думаешь? Верни мне мой джойстик! Помечтай. Замечательно. Отдай! Ладно, ты победил, забирай. Мы должны что-то сделать. Отличная идея. Например, убраться отсюда. Может, нам тоже убраться отсюда? Это же мы, Зигги. Давай покажем этому монстру, из чего ты сделан. Ты о чем? Давай же, Зигги, вылазь оттуда! Ну, давай! Должен что-то сделать. Все будущее цивилизации зависит от этого. Теперь не такой умный, а мы только начали. Истребляющий луч!
момент настал. Еще один небольшой бац, чтобы исполнить желание, и я буду свободен. Свободен. Готовься к поражению, истребитель. Твои дни сочтены. Я не верю, Джо. Еще чуть-чуть, и я бы победил истребителя. Извини, Диего, я сделал то, что было нужно. Истребитель был угрозой. Кто-то должен был взять на себя ответственность. Не завидуй. Придет время и твоей славы. Там были чудовищные электрические разряды. Они были повсюду. Слева, справа. Меня ударило раз, второй, третий. Но мне не было страшно. Я двигался дальше, несмотря на опасность. Вытащил клапан и спас оазис от катастрофы. Диего, ты только посмотри. Они выпустили истребитель 2. Чем больше монстр, тем больше веселья. Что скажешь? Кажется, ты говорил, что компьютерные игры — глупость. К тому же истребитель 2 — скукотища. Беспощадный мутант Экстра Месть 4 выйдет в следующем месяце. Истребитель, беспощадный мутант, World of Wardax, всего лишь куча пикселей. Давай, включай свою приставку, сейчас я покажу, кто тут мастер, я знаю свое дело. Да, что с вами? Беспощадный мутант Экстра Месть — это не видеоигра, это последний фильм с Джеки Чаном. Не тормози, Зигги! Игра окончена.